Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу о том, как подгрузиться со своими сертификатами на платформу Пикемони, либо как соединить аккаунт «Мир говорит» и платформу Пикемони, аккаунт платформы Пикемони, для того, чтобы открывались те уровни, которые вам доступны. Прежде всего, нужно зарегистрироваться на сайте «Мир говорит», и это обязательно. Здесь есть раздел «Онлайн-преподавание», вы идете сюда, и после этого вы увидите, что есть отдельный раздел «Пикемони». У меня уже стоит кнопка «Войти в Пикемони», поскольку я уже соединила свой аккаунт «Пикемони» и «Мир говорит», и вся информация автоматически передается туда. Если же вы еще не соединили аккаунты, то вот в этом разделе вы по подсказкам это быстро сделаете. Обязательно обратите внимание, если с одного компьютера у вас работают там несколько учителей или, может быть, есть ученический аккаунт, нужно присоединить именно свой аккаунт «Мир говорит» к своему аккаунту Пикемони. Да? Обязательно проверьте все данные, когда будете нажимать кнопку «Да-да-да». После этого у вас появится кнопка «Войти в Пикемони». Вам обязательно в первый раз вам нужно войти через «Мир говорит». Вы можете заходить, как и прежде, через свои, да, через свои логины и пароли, которые у вас есть. Но для того, чтобы все подгрузилось, ваше свидетельство, войдите в первый раз обязательно с сайта «Мир говорит». То есть вы можете входить теперь двумя способами. Для того, чтобы все подгрузилось, в первый раз вы зайдете отсюда. Мы нажимаем «Войти в Пикемони», и после этого произойдет передача данных. В My Levels вы увидите свои свидетельства. Если же вы уже соединили аккаунты, у вас уже есть «Мир говорит», и он соединен, у вас есть такая же кнопка, как у меня, и вы, допустим, недавно прошли новый уровень, то появилась еще одна возможность подгрузить, так сказать, ваше свидетельство. Мы идем с вами вот сюда, в My Levels, как обычно, и через круглую стрелку подгружаем сертификаты, видите, специальная кнопка, подгружаем их с сайта, опять же, «Мир говорит». То есть это в том случае, если вы уже на «Мир говорит» есть. Вот такая замечательная кнопка появилась. Надеюсь, что она работает. Это новая кнопка, но вроде бы как все до нынешнего момента все подгружалось. Пробуйте, если что, какие-то вопросы обязательно задавайте. Еще раз остановлюсь на том, что здесь у нас на сайте «Мир говорит» очень много возможностей для того, чтобы найти учеников. Да, вы можете заполнить анкету, можете принимать заявки, не принимать заявки. Ну, то есть очень удобная система. Если вы еще не на «Мир говорит», вам в любом случае, да, нужно будет зарегистрироваться здесь. Ну и плюс здесь очень много интересных и нужных опций, которые помогут вам в онлайн-преподавании, в вашем продвижении. Всего доброго и хорошего дня. Ждем вопросы.